Всем привет, и с вами Бани, и сегодня мы поиграем в замечательную игру под названием The Sims 4. И перед началом нашей серии я хочу вас поздравить с Днем всех влюбленных. Пишите в комментариях, получили вы валентинки или же нет. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. А в этой серии наша Дианочка перестает быть такой вот незамужней красавицей. Вы не совсем понимаете. Ну, вернее, вы точно не знаете, а просто догадываетесь. По истории ожидается важный экзамен, и Валет вроде справляется, но хорошая оценка сильно повлияет на средний балл. Поучатся ли они, как обычно, немного или постараются выучить побольше? Долго учись. Валет сосредотачивает внимание и прочитывает все материалы. Она сдает экзамен лучше всех в классе. Преподаватели хвалят ее за отлично проделанную работу. Ну, отличненько. Я хочу, чтобы ты нам подождать наступление темноты. А темнота нам для того, чтобы наша прекрасная повелительница вампиров не сгорела на солнышке. Потому что свет, солнечный свет для вампиров губителен. Ждемся. Заволнованный преподаватель. Преподаватель необходимо ненадолго... Так, мы делаем, почитаем учебник. Отлично. У нас Валет вообще умняшечка. Девчонки уже вернулись, и это просто прекрасно. Но мне нужна принцесска. Принцессочка, возвращайся, пожалуйста. Оценки стали лучше. О, наша девочка. Ты умничка. Что там такое у тебя было? О, в смысле смерть от солнца? В смысле? Нет, в смысле? В смысле смерть от солнца? Что это? Что? Так. Нет. Не-не-не-не-не. О, боже мой. Нет. Принцессонька! Где умолять смерть? Стоп, 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 смерть, смерть, смерть. Нельзя дать второй шанс, если бы... Смерть дать второй шанс... А, фу, господи. Да боже, нет! Принцесска моя! Что это такое? Да не стать свидетелем смерти. О боже! Ну-ка, умоляй! Умоляй! Боже, что происходит? Ой-ой-ой! Вступиться! 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 У меня тут планы! У меня принцесска! Пожалуйста! Пожалуйста! Уходит на веки после того, как Валет без... Я не поняла. В смысле? В смысле? Нет! Нет! Просто нет, я не дал! Что? Принцесска! Ой, мама! Что происходит? О, боже мой! Что это? Помогите! Нет, я не буду сохранять игру! О, боже! О, боже мой! Я тут хотела, чтобы принцессе сделали предложение! Что происходит? Вроде бы я как бы и смеюсь, вроде как бы я плачу, но что происходит? Боже! Что вообще происходит, боже? Так. Боже. Так, Дианка, Дианка у нас есть? Дианка есть. Так, так, дубль номер два. Нам надо спасать ситуацию. Боже мой, я хотела... Боже, я тут хотела предложение принцесске делать. Принцесса тут намылилась умирать.
Фух, боже. Почему наша Валет вообще не смогла уговорить смерть? Я не поняла вообще, что произошло. Так. Так, вообще, уходи с работы. Да, да, вот лучше уходи с работы. Вот оно тебе не надо, солнышко моё. Боже. Принцессочка. Возвращайся, пожалуйста. О боже, но главное, что мы ее спасли. Боже. Боже. Фух. Вообще, крутой денечек, что могу сказать. Принцесса, возвращайся. Да иди сюда, сюда иди. В смысле на работе, иди сюда. Принцесса. Принцесска. Ну, давай. Сюда. Давай. Ой, стоп. Молодец. Все, все хорошо. Все с тобой нормально. Принцесса. У меня ж может сердечный приступ от таких вот твоих выделываний случиться. Боже, поспи немножечко. Фух. Все хорошо, все хорошо. Никто не умер, все хорошо. Это я скорее для себя вообще так говорю, потому что не просто. Так. Кассандру познакомили в школе. Так, с тобой все окей? С тобой все окей. Боже. Это ж просто ужас. Ничего страшного, что денег не заработало. Все окей. У нас еще много вообще времени. Заработает она много денюшек. И бессмертие. Я не поняла, почему наша Вайлет вообще не смогла вступиться. Я вообще в шоке. Да ладно. О, принцесс, стоп. Так, моя хорошая, давай узнай, как прошел день. Ну, и, в общем, нет, нет. Что? Так, да боже. Вот. Ки-ки-ки. Давай, иди, мой красавчик. Красавчик. Иди, иди. Иди, 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 иди. Ты напряжённо, да? Ты что? Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп. Ты должна быть по красоте, по красоте, по красоте. Давай. Хапс! Жинкс! Жинкс! Принцесса такая, боже мой, что от меня хочет этот человек? Ки-ки-ки-ки! Смотрите, какие зайки! Даже с вот этой стороны. И счастливый какой! Принцесска, пожалуйста, скажи да! Да, да, да! Ты моё солнышко! Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти! Этот в шоке! Да, принцесска счастлива. И сердечки мои. Ух. Помолвлены. Отлично. Помолвка. Персонаж помолвлен и собирается жениться. Не пропустите. Поболтай. Прекрасно. Давай, планируй свадьбу. Давай, в общем, держись за руки. В общем, я хочу, чтобы вы поговорили. Вот. Отличненько, вообще, прояви нежность, божечки, я, у меня как-то вообще, вот что было, в принципе, в моих планах, а не смерть принцесски, слава богу, я такая сразу выйти, не сохранять, вернуть принцесску, и, в общем, так что она не умерла, хоть это не совсем честно, но я не готова распрощаться с принцесской, у меня на принцессы еще планы, вот. Щу-щу-щупу. Я хочу, чтобы она пообщалась с нашими девочками. Так, нет, мы в следующей серии будем свадьбу устраивать. Так что не надо мне тут хухры-мухры. Свадьба — это только начало брака, но постарайтесь дать верное направление. Награда золотого уровня включает новый бытовой предмет для кухни. Естественно. Естественно. Так, а куда принцесса? Принцесса, ты куда улепетала? Нить. 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 Нам надо... Куда я кликнула вообще? Подбери костюм. Вот, давай. Сейчас мы подберем костюмчик.
Ой, как же, боже мой. Так, моя красавица, ты, конечно, у меня очень красивая, но давай подберем тебе. Я думаю, потом, скорее всего, я верну все на места свои. И вот, я хочу, чтобы ты была вот эта. Ну, естественно, розовый. Розовый? Ты моя красавица какая. Не рычи, не рычи. Я знаю, что ты страшная, но не рычи. Так, умничка моя. Давай перчаточки. Вот такие вот перчаточки. Или вот такие вот. Это более роскошно, как говорится. Так, давай тебе губки, что ли, накрасим. Накрасим тебя, в принципе. Давай. Нет, я хочу более нежно. Без этого, без этого. Давайте розовенький. Вот, красивенько. Будем делать? Ой, нет, это страшно. Давайте вот такие вот стрелочки. Нет, они не ей не идут. Давай вот так вот просто. Да, страшно, страшно. Ну, давай губки нарисуем. А может, вот такие вот необычные губы сделаем? Вот так? Нет, нет, я не хочу такого, поэтому... Ой, боже, намалякалась как. Давай. Вот. Вот такие вот губки, а то они у нее мертвецкие прям. Я не хочу. А у нас есть что-то наподобие фаты? Ну, или что-то такое? Ну, скорее всего, нету. Ну, да. Давай даже, может быть, причесочку тебе изменим. О, нет. О, нет. О, боже. Нет. В общем, да. Вот это вот может быть. Ой. Может, вот это. В принципе, красиво. Мне нравится. И давай, я хочу, чтобы ты одела какой-нибудь колье. Вот. Нет, я все-таки эта прическа не идет, поэтому вот. Вот так вот. А как же будет одет наш прекрасный женишочек? Женишочек. Ты будешь одет. Вот тут я видела костюмчик. Ой. Вот. В таком вот костюмчике будешь. Что, как же будет наша Ариэлька одета? Ей, конечно, это идет, но я хочу, наверное, черно-белое. Мне кажется, ей подойдет. Ну, и черные, собственно, туфельки. А у нашей Варит есть прикид. Ладно, думаю, на этом можно закончить серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите продолжения. А с вами была Баня. Всем удачи и всем пока-пока.